Недорогая 3D-ручка с поддержкой двух типов пластика. В этом видео поговорим о 3D-ручке Cactus с индексом CS3D Pen EYL. Комплект поставки, помимо самой ручки, включает руководство пользователя, стартовый набор PLA пластика и адаптер питания. Корпус ручки выполнен из плотного, устойчивого к нагреву пластика желтого цвета. Диаметр сопла составляет 0,7 мм. Диаметр пластика – 1,75 мм. Это универсальный диаметр, поэтому можно использовать пластик любого производителя. Данная ручка поддерживает как ABS, так и PLA пластик, так что вы не ограничены в выборе. ABS-пластик более плотный и твердый, а также прочный. Но PLA-пластик легче плавится и меньше расходуется. В любом случае, лучше сразу купить несколько наборов, чтобы определить, какой больше нравится и насколько его хватает. Ручка оснащена кнопками регулировки температуры в диапазоне от 180 до 230 градусов и кнопками регулировки скорости подачи нити. Но в отличие от других моделей бренда, не имеет ЖК-экрана. Вместо него здесь светодиодный индикатор питания и светодиодный индикатор работы. Соответственно, вы не сможете с максимальной точностью контролировать температуру и знать точную скорость подачи. Но для базовых задач, первого знакомства или простого бытового использования этого и не требуется. Каких-либо специальных знаний и умений ручка не требует. Достаточно ознакомиться с инструкцией и можно начинать творить. Так что подобный гаджет может стать отличным подарком для ребенка. Нагревается ручка за минуту и сразу готова к использованию. Также эту ручку можно использовать для ремонта мелких пластиковых изделий или в качестве клей-пистолета. Таким образом, перед нами максимально простой инструмент для творчества, без лишних функций, но с поддержкой двух типов пластика и простейшим управлением. То, что надо для первого знакомства или для подарка ребенку.